Привет, моделисты и моделистки Икей. Часть 2. Дополнение. Посмотрел я на картинки и очень остался доволен, что я был близко к теме. Значит, что в пакетике здесь? Вот. Я их называю, сейчас другую камеру будет, такие вот костылики, что ли. Они ограничители. Здесь, здесь, здесь и здесь, когда краном опускают вот эту крышку. Так? Потом здесь еще вот такие перемычки эти черные. Ну, они покрашены в... Не, они черные. Хотя их 4 как раз между... То есть, раз, два, три и 4 между этими рулонами ставятся они. Сейчас я переключу камеру, посмотрим. И маленькие... заглушки, вот эти roller bearings, да, называются они. Такие кругленькие черные детальки. На всякий случай, если вдруг отвалится. Но в последнее время они делают очень четко. Side camera. И поговорим про цвета. Да, цвет немножко для меня слишком темноватый. Но, ребят, какую краску завезли? Вот когда начинают эти разговоры там про цвет, что там... Если, как, конечно, совсем off по-английски, да, совсем, ну... ошиблись, там оранжевый какой-то слишком светлый или желтый, но когда начинают оттенки там чуть ли не в такую жесткую конфронтацию люди, это полное расслабление. Я на это внимание не обращаю, но есть умельцы. Интересно, ребят, вот что ваше мнение потом про цвета и что случилось, мне нужно узнать, что случилось вот с... Почему они не ставят, какой краской они покрасили? Может, это тоже причина? Ну вот, смотрите, теперь у меня указатель такой, да, вот эта вот бамбуковая палочка. Вот эта вот перемычка переворачивается и ставится вот сюда. А здесь есть такие небольшие pins, и она четко встает. Значит, между этими вещами, да. Они дают 4 на всякий случай. Почему? Не знаю. Хотя они очень достаточно крепко здесь закреплены. Вот эти, ну, костыли их назвать, направляющие. То есть здесь они под углом. То есть когда сверху идет вот эта крышка, видно, что сразу, как она правильно пойдет или неправильно пойдет. По этим ограничителям, можно сказать. Так, теперь... Я заберу свои слова обратно, а может быть и нет, мне тоже ваше мнение интересно. Я бы еще, ну, за 5 долларов сверху, если бы они это покрасили или поставили декали, это не важно, но потом их задули нейтральным лаком. Я видел картинку самих Scale Trains, как классно выглядят декали. Вдруг кто-то начинает вторую часть смотреть сразу, сейчас камерку поставим. Вот эти декали... Значит, это с торца сюда, это вокруг обматывается. Но тоже почему-то... А их 2 комплекта. Я надеюсь, что 2 комплекта. Если один, то это просто смысл не имеет. Нет, их 2 комплекта тогда, да. 2 комплекта на все эти рулоны. Они одинаковые абсолютно. Просто камера высвечивает один угол. Вот, и, конечно, смотрятся они вот с этими декалями, ну, земля и небо, можно сказать. То есть, если вы ставите эти декали сами, ну, может быть, да. Я, опять, я лично предпочел все с заводика. Но все-таки, чтобы хоть чуть-чуть руки... Просто я занимаюсь другими вещами, с этими инсталляциями и прочее. Я не думаю, что... Вот, да, опция такая. Либо уже готовые, либо вы сами делаете. Тоже хорошо иметь такую вещь. Или отдельно их продавать тоже. Уже покрашенные, вернее, с декалями и готовые, так сказать, к работе. Вот такое вот дополнение. Так, вроде ничего не забыл. Про цвета, да, мне тоже интересно. Вот этот каплер, мне кажется, что слишком ржавый для меня. Такой цвет не очень натуральный. Должен быть черный и более выглядит ржавчина. Если бы они делали более, ну, более коричнево-черный такой практически, когда они очень старые. Эти слишком светлые. Опять же, мое мнение. Ну, напишите, что у вас...
как вы предпочитаете. Детралевка, конечно, здесь просто чумовая. Я ее не переворачивал, немножко побаивался. Сейчас я уже осмелел. Сейчас мы ее перевернем. Хотя, опять-таки, я одеваю... Ну, напальнички надену сейчас быстро. Потерпите, ребята, одну секунду. Сейчас вот поставим топ-камера, чтобы не зацепить этими хорошими перчатками. Вот. Чтобы никаких отпечатков у нас не было. Так. Ну что, снять. Аккуратненько. Ой, чтобы не укатилось только. Эту в сторонку. Сейчас за каплеры. За каплеры нормально. Перевернем. Потому что без, не переворачивая, не смотря здесь, это просто неполная картина. Смотрите. Невероятная вещь. Просто чума. Шланги. Если что-то опять случится, все эти шланги придется собирать. Может быть, коллекционная вещь. Да, могли бы делать и попроще, конечно. Я думаю, что продажи бы тоже были прекрасные. Ну, просто меньше деталировок, более упрощенная вещь. Это тоже see-through, да, вот это, смотрите, где идет здесь человек, оператор, да? Лучше видно вот так, да? Смотрите, это просто вещь. Вот так. CSX новый. Есть картинка, которая немножко отличается от того, что здесь есть. Предыдущая модель. Вот. И которая, конечно же, все распродается моментально. В момент релиза, на всякий случай, я предупреждаю, что если вдруг, ребята, вы захотите, эти scale change вещи улетают. Еще раз спасибо за поддержку, Patreon-чик, за внимание. На канале, на основном DCC Train, там есть подписочка, membership, да, PayPal, ну и в таком же духе. Спасибо еще раз. Увидимся скоро. Давай.